Ну, я не знаю, нужна ли полиция нравов. Мне кажется, что нужно как-то просто попытаться изменить наш менталитет, чтобы люди начали больше уважать друг друга. Потому что на дороге этого, например, не видно совсем. Люди никогда там не говорят спасибо, если ты кого-то пропускаешь. Люди не пропускают друг друга. Ну, у нас вот эта проблема в поведении человека. Надо подумать просто, как повлиять на настроение наших граждан. Что их раздражает? Пробки. Давайте бороться как-то с пробками, пытаться, да? Ну, как пытаемся. Ну, я не знаю, давайте... ну, сейчас выдумаю что-нибудь. Давайте везде разместим мощную акустическую систему, и каждое утро будет начинаться там в 6 утра в нашей стране с какой-нибудь там музыки. Я не знаю, будет какой-то конкурс, где молодые таланты будут участвовать, писать какую-то псевдогимн России, я не знаю, что такое современное, веселое. И каждое утро будет что-то такое новое звучать в ушах вот каждого нашего гражданина. Ну, мне кажется, что такое нужно делать, какие-то такие поступки совершать, необычные, которые бы нашу страну очень сильно выделяли от других. Интересно. Да.